мои прекрасные, вы на канале Елены Акинфеевой. И сегодня я отправляюсь в один из бутиков, притом мужских бутиков, которые работают в сегменте класса люкс, для того, чтобы рассказать вам и показать, что можно приобрести на скидках и как сделать правильные вложения в мужской гардероб. Так что не отключайтесь, оставайтесь на моем канале. Какое у вас красивое платье. Да, совсем недавно я приобрела платье себе Целин и подобрала вот такие туфли. Они, кстати, очень-очень удобные. На каждый день просто полезно. Так, хочу рассказать сегодня о мужской коллекции. Первое, на что бы я хотела обратить свое внимание, это вот на эту белую рубаху от Dolce & Gabbana. Ее фишка — черная вышитая надпись в виде логотипа бренда. Модель с воротником Кент, сшита из тончайшего хлопка стретч. Поэтому будет выглядеть безупречно в течение всего дня. И эта рубашка, посмотрите, как она прекрасно сочетается с жилетом на пуговках, который тоже выполнен из хлопка. И этот сзади как вязка из хлопка, и она тоже со стретчем. И этот ансамбль из жилета и рубашки, мне кажется, всегда будет нравиться и пользоваться спросом у стильных молодых людей, а также покорять женские сердца. Хорошо к этому образу подойдут вот такие черные брюки карго. Смотрите, прекрасно смотрится. Практичного черного цвета. Они очень легкие, и мне кажется, что они подойдут как на лето, так и на весну. А вообще я хочу сказать, что вот эта рубашка с жилетом будет прекрасно сочетаться с любыми джинсами. И с такими тоже джинсами. Такого размытого серого цвета. Хочу обратить ваше внимание на комбинированную куртку-бомбер. У нее дерзкий темперамент, который создает вставки, вот эти вот кожаные вставки, из матовой, мелкозернистой кожи. Для основной части дизайнеры использовали плотный гладкий нейлон. Он защищает и от ветра, и от влаги. И особенно подходит для прохладного лета. Такой курткой можно надеть и белую футболку. Ну, кстати, футболка от Dolce & Gabbana с принтом панды. Она как лейтмотив создает ироничный, мне кажется, такой достаточно образ. Мужчина, вы бесподобны. Комфортно здесь, да? Великолепно. Шикарно. Но очень красивое сочетание черного и белого. Еще сюда подобрали обувь, тоже от Dolce & Gabbana. А можно повернуться? И брюки карго, они достаточно комфортные, стильные. Великолепно, да, подобрали просто
отличный лук, очень стильный, очень эксцентричный такой. Шикарный. Я хотела бы еще рассказать, что эти брюки карго можно носить и с пола от этого же бренда Dolce & Gabbana. Здесь прекрасный воротник, который, если ты делаешь его, вот поднимаешь выше, кстати, как здорово смотрится, сочетается с белым. И образ очень, очень стильный, в сочетании с этими же кроссовками Dolce & Gabbana. Стильно, модно и достаточно комфортно. Спасибо большое. Еще я хочу акцентировать ваше внимание на черном костюме от Dolce & Gabbana с контрастными лампасами. Почему это отличное вложение в мужской гардероб? Потому что вы сейчас это можете купить со скидками 60-70%, а носить его вы можете и сейчас, и осенью, и в зимний период. Я считаю, что, посмотрите, здесь простой лаконичный костюм и в то же время стильный. Отличного качества, это хлопок, и он немного утепленный. Можете посмотреть структуру. Есть капюшон, что немаловажно, мужчины очень любят капюшоны. И эту олимпийку можно носить как в комплекте с брюками, так и отдельно с джинсами, либо с шортами, либо еще с чем угодно. Потому что она нейтрального черного цвета, подходящая просто к осеннику. Сегодня я сделала такой небольшой экспресс-обзор по мужским коллекциям. Именно вот я сегодня рассказывала про коллекцию Dolce & Gabbana, что можно купить со скидками и выгодно вложить деньги в мужской гардероб. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И как всегда, я всем желаю прекрасного настроения, любви и всех благ. Вы на канале Елены Кенфеевой. Целую и обнимаю.